Здравствуйте, ребят. Сегодня по случаю ВТБ приобрел такой вот пакетик Киевстар. Называется Безлим соцмережи. Ну, что в нем есть, то значит 4G он поддерживает. На звонки в соцсети Киевстар безлимит. Дается 2000 мегабайт плюс 1000 мегабайт мобильный интернет, 30 минут на другие мобильные и за границу. Здесь вот указан номер карточки. Вот 65 гривен пополняешь, и можно только разговаривать. А если 75 гривен, то на 4 недели дается. Я говорил, сколько тут мегабайт, безлимит, тут все вот это все за 75 гривен. Также пакет 100 мегабайт стоит 2 гривны в день. Ну и тут нарисовано, что можно карточку ставить, как и обычная симка, мини-микро, нано-симка, в общем, ну тут, короче говоря, очень много чего. Активировать до 30.06.2020 года. Ну, сейчас у нас еще 19-й только начался. Значит, сейчас мы откроем это дело и будем вставлять карточку в свою новую мобилку или смартфон, так называемый. О, а тут еще больше расписано все. А здесь отдаются службы бесплатные, куда можно позвонить. В общем, так. Ну, теперь надо как-то ее это все... Все это как-то надо достать. О, вот так, что ли? Непонятно. Как-то оно тут отрывается. Неохота разрывать. Как-то тут все заклеено. И она там, карточка, спрятана. Сейчас мы тут... Неохота это разрывать, потому что тут же номера даны. О. Номера даны. Чтобы потом звонить по этим номерам. О, вот так. Вот такое. И вот тут. Ну, заделано так, что не рассекретишь ее, эту карточку. Вот такая вот карточка дается. Видите? Здесь, значит, а здесь вот такое вот дело. Сейчас мы это дело будем все взламывать. Так, что у нас тут? Это мини-выламывается, а нам надо нано. О, все. Вот она, видите, какая картеха. Картеха, видали, какая маленькая. Да уж. Так, теперь, значит, что нам надо сделать? Нам надо сделать, вот, взять коробочку вот эту открыть. Открыть коробочку вот эту. Так, что тут у нас валится, развалится. Красивый. Ух ты, как плотно. Так, где-то здесь у нас прячется скрепочка. Хоп. Хей-хоп. Так, пинцет взять. Пинцетом легче ее достать, наверное. Вот так. Да что ты? О! Раз-два. Так-так. Такая маленькая, чтобы не потерять, блин. То потом все едет, все куда-то едет. Так, вот сюда надо, да? Скрепочку вставить. И туда должно... вылезти у нас или показать золоток, да? Оп! Ох как! Вот он. Такое все тоненькое, хлипкое. Так. А где? А вон она лежит. Так. А как же тут
Это уже ж как они говорят, что можно две симки вставлять, да? Это все сюда вот так вот вставлять. Можно симку, да? Вот сюда. О. А то даже чуть больше можно. Она как-то болтается там, что-то она. Ну, я ставлю вот сюда. Так и ж уже все. О. А как его вставлять? Я ж чуть я не запомнил. А, наверное, по-другому не вставишь туда. Наверное, ж по-другому не вставишь. Только так лоток вставляется. Ну, видишь, так и не вставишь. Надо только вот так вот вставлять. О, видал? Видал, так. Только так надо вставлять. Во. Вот так. Раз. Хоп, ух ты, как оно. Чук. И все там. И там все. Так, что тут у нас? А что я телефон не отключил, вставил симку, а? Вы не скажете, мне надо было выключить же на телефон. Так, не хочет что-то разблокироваться теперь. Спит? Не проснулся? О. Что это такое? Тут уже вот напись написалась. Написалась она, что тут написалось уже? Что у нас там написалось? Сейчас я вижу через на стекло гляну. О, уже разблокировалось. Что-то уже антенка какая тут вот есть. Так. Так. О, видал? О, что тут? Ого, ого. И ты уже сразу прислали мне сообщение. О, вот дают, а. Ты видал? Так. Что они тут нам написали, а? Где тут сообщение? О! Ага, витаем мы, рыжий Киев старый. Вы обрали тариф безлимит соцмережи. Плата за перший пакет послуг у суму першого поповнюється 75 гривень. У моєму тарифу в наступному смс. Дякую, що ви з нами. Понятно. Значить, треба йти пополняти. Зараз буду пополняти. Так, так, ну ладно. Еще пришла одна смс-ка. У моего вашего тарифа безлимит в мережі. Так, 2000 мегабайт, 30 хвилин мобильного GSM, это Украины, та номеры Польши, Италии, России, вартість 75 гривен на 4 недели. В случае частного, частно, отримайте еще, ага. Если пополнишь, значит, своевременно, то получишь еще один гигабайт. Понятненько. Надо идти пополнять. Пополнил я счет. И вот пришла смс-ка, написано, значит, 2019-01-18-21-54. Ваш рахунок пополнен на 75 гривен. Дякуємо, що ви з нами. Все. А тепер можу я що делать? Тепер я можу от сюди везде перезвонити, от по этим всім номерам, і узнати. Так що зараз этим займусь. А вас пока, ребята, благодарю за внимание. Буду опять разбираться. Тепер вже буду учиться пользоваться как и что. А вам советую подписываться на кэшбэк, потому что вот эту мобилку или этот смартфон я купил за деньги, которые накопил на кэшбэке. Так что ссылочка внизу на кэшбэк. Ну и на смартфон тоже. Благодарю вас всех за внимание. До свидания.